вообще думала, я не поеду. Я все думала, я не переживу. На сборе, но не доеду до Олимпиады. Но, слава богу, все прошло успешно. И, честно говоря, мне кажется, эта серебряная медаль вообще дороже золотой. Как это мы знаем, девчонками, что за этой медалью стоит, и как она была вообще, как мы ее достали, как она была заслужена. И, конечно, просто стоять тут сейчас, вот, уже в Ростове-на-Дону, наконец-то, вообще. Теперь я лично, что я хочу, это, конечно, увидеть мою доченьку, просто одеть ей медальку на шею. Я когда уезжала, сказала: Арюша, мама вернется с медалью. Этих девочек, они тихонечко пройдут, но мне очень приятно.